критики, мальчики, в первом квартале 2024 года выходит новая игра от третьего лица, события которой разворачиваются в альтернативной России конца 19 века. Это новое психологическое приключение с глубоким сюжетом и кинематографичностью. Называется эта новая игра Индика. Геймплей игры будет наполнен головоломками и психоделикой. Вообще же это повествовательная игра для одного игрока. Разработчики игры называют свое детище атмосферным психологическим проектом с интересными сюрреалистическими беседами. Уже стала бесплатно доступна демо-версия этой игры, которую можно опробовать до 12 февраля. Ссылочка на нее в описании. Ну а пока игра скачивается, давайте посмотрим официальный геймплейный трейлер. Это сложное место, но это лучше, чем быть в монастыре. Действительно атмосферно. А камеры, кадры какие интересные. Так, воду надо носить. Героиня этой истории, если бы это зависело от нее, предпочла бы остаться в стенах храма. Одна. Однако судьба уготовила ей нечто другое. Простите. Такие ракурсы крутые. Блин, ну прикольно. Не часто выходят игры с таким нашим сеттингом, так сказать. Интересным. Интересный проект. Сердечко в туалете деревянном. Красота. Действительно уникальный проект. Открой это. Тут прокачка еще какая-то будет. Как это случилось? Блин, прикольно. Во-первых, ты не можешь выйти из дома и из монастыря. Если бы случайно ты кого-то убил, рано или поздно тебя бы выгнали. Так куда же тебе надо? Так много вариантов. Блин, прикольно. Реально какой-то сюрреализм. Необычный психодел. Люблю такое. Индика. Да, вот разработчики говорят, что уже можно в Steam погонять в эту игру. В демо-версию. Прикольно. Чего это такое? Ой-ой. Ну это красота. Такая вот безбашенная игра готовится выйти в первом квартале этого года. Но это действительно необычный, интересный, психоделический, сюрреалистический проект. Как я понял, игра будет рассказывать историю монахини, вокруг которой и будут происходить всякие разнообразные, интересные, сюрреалистические и ненормальные истории. Конечно же, это не AAA проект, но, как по мне, игра достойная. Ведь это не просто игра, а как будто бы некое произведение искусства. Ну и, конечно же, меня зацепило то, что это альтернативная история России. Очень интересно на это взглянуть. Успейте опробовать эту игру. Ну, а это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал за новыми сюрреалистическими видео. Пока-пока и дергай меня за мои странные пока.